Молодежь из Суходола и Самары приняла участие в областной экоакции по высадке молодого леса в Кандабулаке. 25 апреля экодесант в составе учеников суходольских школ и студентов архитектурно-строительной академии Самары стал участником акции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Самарской области «Экостройресурс». Ранее предприятие объявило сбор макулатуры в Самаре и на вырученные средства приобрело 3000 саженцев сосны. Они-то и обрели дом на Сергиевской земле. Региональный оператор на постоянной основе взаимодействует с органами власти, и когда встал вопрос о том, как выбрать территорию для посадки, мы связались с профильным министерством, и они нам предоставили данную площадку здесь, на территории Сергиевского муниципального района возле села Кандабулак. Как вам здесь? Очень красиво. По согласованию с лесничими для акции был выбран участок поля близ холмов и леса на самой окраине Кандабулака. Около 4 лет назад здесь силами лесничества появились первые сосны, но выжили не все хвойные. И участникам акции предстояло заполнить новыми саженцами множественные пустоты в этих неравномерных рядах. Приживок с почвы как раз очень хорошая, каменистая, для сосны. Очень полезная почва, хорошая. Потому что сосна любит не очень богатая почва, а бедная, каменистая. Несколько часов понадобилось активистам, чтобы все сосенки обрели свое новое постоянное место. Земля была еще влажной, и работа спорилась. Природа красивая. Да. А коллектив как? Коллектив веселый, дружный. И, получается, вот нам дали саженцы, сейчас мы будем их сажать. Потом проверять приедете? Конечно. Как пояснили лесничие, в зимний период именно здесь требуется мощная лесополоса. Со стороны холмистой части нередко идут снега и затрудняют жизнь села. А новый зеленый заслон со временем, подрастая, спасет дома от непогоды.